Четвертая неделя пасхального ивента и новое существо. Кто-то, кто спрятался под шкурой барашка, овечки, ягненка. Чтобы его получить, необходимо выполнить миссию. Миссия здесь такая. Завершите мини-игру 5 раз, которая называется «Крашение яиц». Дальше пропутешествуйте 5000 с активным амбушем. Надо Ctrl нажимать, чтобы амбуш включить. У некоторых существ есть такая способность. Следующее задание. Убить 10 существ маленького размера или больше, когда у вас активный положительный эффект от скрытости, от ковер. Это интересно. Ковер — это же анимация. То есть вы сделали ковер, и вам дали баф за вот это укрытие. И когда оно держится, нужно убить вот таких существ. Некоторое время нужно постоять в этой анимации, чтобы появился баф от нее. В основном активные в ночное время Ушхромеш использует свою пушистую шерсть, чтобы умело замаскировать под ней свой ужасный вид. Чтобы соблазнить хищников воспользоваться потенциально легкой добычей, Ушхромеш разыграл представление хромая, имитируя травму. Ушхромеш — это имитирующее хищное существо, которое скрывает свою истинную форму под типичным изображением овцы с градиентно белым мехом. Однако его ноги украшены острыми когтями и полыми костями, которые подчеркивают его зловещую природу. Кстати, вот задние лапы у него как раз как копыта. Необычное существо на Пасху. Ушхромеш – это наземное существо, хищник маленького размера, здоровье 1000, урон 125, выносливость 100, время роста 20 минут, вес 1500, скорость ходьбы 27, скорость бега 115, защитный яд 5, атака кровотечения 3, железный желудок, берсерк, зазубренные зубы, атака ядом 2, блок кровотечения 100%, блок некрояда 100%, вина, прыжки и дыхание миазмы. У него еще и ребра шевелятся там внизу. Вот такое странное существо для Пасхи. Удачи вам в получении. Подпишитесь на канал и пока.